Как ты это делаешь? Очень смешно, Мэйбл. Я тебе серьезно, там реально кто-то приехал. Ладно, поиграем в твою игру, Мэйбл. Так что там? Мне ничего не везу. Удивительно. Диппер, ну приблизь. Мэйбл, у меня к тебе вопрос. Как ты это делаешь? Похоже, у нас новые соседи. Подозрительные новые соседи. Ой, да перестань. Что ты как всегда? Диппер, скорее, Диппер! Ну что там еще? Смотри, у нее в коробке тело человека! Да ладно! Это не смешно, Мэйбл. Ну, Диппер, я видела, честно. Ага. Но! Фрэнки, я заговорил тебе, нужно пристегиваться. Вот тебя и разболтала. Ну, извини, Клодин. Ладно, сейчас соберем. Мы здесь сделаем, Мэйбл? Я тебе докажу, тут что-то нечисто. Ну окей. Ой, Снупи. Привет! Диппер, смотри! Ой! Ну смотри, скорей! Привет! Вау, привет! Добро пожаловать в Gravity Falls! О, ты такой милый! Я Фрэнки. Я Диппер. Понятно. Ребята, я тут. Ой, извини, Фрэнки. Привет, я Мэйбл. Мы ваши соседи. Очень приятно. А зачем вы приехали в Gravity Falls? О, мы с подругой приехали сюда на каникулы. С подругой? А что в этих коробках? Мэйбл, прекрати. Вещи. Ну и где вас подруга? Мэйбл, мне за тебя стыдно. А, так вот за она. Диппер, ты это видел? Привет. Привет. Так, ладно, все с тобой понятно, братья. А приходите к нам на ужин. А, да, мы здесь никого не знаем. Будем рады вас видеть. Придем. Обязательно придем. Диппер, пошли. Так, камера заряжена. Зарядка есть, 100%. Отлично! Мэйбл, стой-то! Я соберу доказательства, раз ты не веришь мне.
прекрати, нас просто позвали на ужин. Нет, Диппер, они хотят нас сожрать. Мэйбл, если ты сейчас не прекратишь, то останешься дома. Ну, Диппер, снимай все. Тогда сделал. Ну, я, как обычно, вырубил его, конечно. И я показала ему: убирайся отсюда. Ты такой сильный. Мэйбл, помазь мне с десертом. С радостью. Клодин. Да. Отвечай сейчас, это оборотень? Да, оборотень. Ага, я так и знала! Стоп! Я превращаюсь в волка, а Фрэнки – внучка Франкенштейна. Ага. Иногда она разваливается по частям, конечно, но она отличная подруга. Мы учимся в школе монстров. Монстров? Да, и нас там много. Много? Мне надо срочно переговорить с братом. Ты такая красивая, Фрэнки. Не сейчас, Мэйбл. Ну что? Ой! Ой, извини, не хотела тебя напугать. Но это я и хотела тебе сказать тебе. Понравилось видео? Не забудьте подписаться и ставить лайк.